Всем привет! Это губка, это шампунь. И сейчас мы будем мыть то, что должно само мыть. И это Кёрхер, модель К6.91. Вот в таком он состоянии. Сиськи эти съел ультрафиолет от нахождения на улице. Мороз сделал свое дело с ним, разморозил его, потому что вода с него была не слита. Как говорится, чистота – залог здоровья. Ну вот, полчаса приседаний на больной ноге, и мы сняли вот эти штуки. 6 сраных болтиков. Кручу уже тоже полчаса. Вот эти два нормально дались. Эти, вот эти с трудом, то есть вот это достало, а это вообще не достает. Видите, не знаю, обойдется, не обойдется, но будет видно. Крышку мы победили, видим вот такой пылесос. На самом деле это все в кавычках сказано, это двигатель. Ну вот на том Кёрхере он 3,5 киловатта, здесь, наверное, может быть чуть-чуть поменьше. Сейчас будем смотреть, что же с ним случилось, где тут разморозило. Ну, вот сразу нашлась неисправность. Вот в этом месте его разморозило, вот выдавлено и отколон пластик. Отсюда он и ссыт. Сейчас будем разбираться, как туда добраться, это все снять, посмотреть, и что с этим можно сделать. Либо отремонтировать, либо просто его выбросить на помойку. Природа сделала свое дело. Сыграла на беспечности. Чтобы его извлечь, его нужно провернуть. У нас есть такая, не подходит. Вот такая не подходит. Начинаем напрягать свои мозги. Берем вот такой. Вставляем вот сюда. Берем пассатижи. Ну, спустя некоторое время, минут 10 я тут ковырялся, если не больше, удалось все это провернуть и вытащить. Вот так это все выглядит. Отколоно. Вот там все это разморожено, выдавлено. Видите, как это все. Уплотнительное колечко боком стоит. Сейчас посмотрим, что там живого осталось. Это просто пипец. Здесь уже планктон живет. Извлек вот эту штучку размороженную. Это его уши, которые крепят при проворачивании, чтобы она не вывалилась оттуда. Вот так это все развалилось. Опытный токарь легко с капролактана или старопласта может это все выточить, соблюдая вот эти размеры. Ничего тут сложного нету. Даже можно сделать этот стакан без ушей и как-нибудь его тут раскрепить. Я думаю, все тут, ничего сложного нету. Материал тем более есть, с чего это сделать. Был бы токарь, то придется самому напильником шморгать. Но шморгать я, конечно, не буду, я уже много шморгаю. Вот этой штучкой поработал, собрал моторы зэки. Ну а планетку я все жду, жду и жду.